Краткое содержание предыдущих фильмов. В 1859 году в Германии профессор химии Роберт Бунзен и профессор физики Густав Кирхгоф открыли так называемый спектральный анализ. Через 9 лет французский астроном Жюль Жансон и независимый от него английский астрофизик Норман Локер с помощью спектрального анализа открыли неизвестное на Земле солнечное вещество гелий. Еще через 27 лет английский химик Вильям Рамзай открывает гелий на Земле в урановом минерале клевиите. Вскоре Рамзай замечает странную закономерность. Если в каком-нибудь минерале содержится уран или торий, в нем непременно есть и гелий. А если урана или тория нет, нет и гелия. Загадка остается неразгаданной. На исходе века в Англии продолжал свои исследования профессор Лондонского университета Вильям Рамзай. До 1869 года все, кто имел удовольствие открыть новый химический элемент, очень этим гордились и спешили объявить о своем открытии. Но в 1869 году Дмитрий Менделеев открыл периодический закон, согласно которому все элементы, в зависимости от их главных свойств, размещаются особым образом в специальной таблице. Теперь задача усложнилась. Каждый новый элемент должен занять в таблице определенное место. Но для гелия и аргона, с их исключительными свойствами, места в таблице не нашлось. Чтобы выполнить условия периодического закона, я расположил их следующим образом. Гелий, просвет, аргон и два просвета. По примеру Менделеева, я описал ожидаемые свойства еще не открытого газа, который должен заполнить пустую клетку между гелием и аргоном. Вскоре мы с моим сотрудником Траверсом действительно открыли в воздухе этот газ и назвали его неоном. В том же году мы открыли и два других предсказанных газа — криптон и ксенон. Так в таблице Менделеева образовалась новая группа, и еще раз проявилась предсказательная сила периодического закона. Однако загадочная связь между гелием и ураном и торием оставалась нераскрытой. В те годы в Париже работал известный физик Анри Беккерель. En 1896, après William Ramsay, c'est moi qui m'occupe du mystère de l'uranium. В 1896 году вслед за Рамзаем с другой загадкой урана встретился я. Но начну с вашего позволения издалека. В середине 18 века мой дед, президент Парижской академии, физик Сезар Беккерель, увлекся явлениями, которые обычно называются холодным светом, а по-научному — фосфоресценцией, то есть способностью некоторых веществ, люминофоров, светиться в темноте после облучения солнцем. Ces expérimentations ont été reprises par mon père. J'ai continué les recherches de mon grand-père et de mon père. Затем исследование этих явлений продолжил мой отец. По стопам отца и деда пошел я за мной, мой сын. Фосфоресценция стала нашим семейным делом. Le 20 janvier 1896, 20 января 1896 года в очередной академический понедельник мы слушали в Парижской академии сообщение о загадочных X-лучах, открытых Конрадом Рентгеном. Проникая сквозь непрозрачные препятствия, они оставляют на фотопластинке изображения скрытых предметов. Нас поразила тогда фотография кисти руки, на которой четко видны были тени костей.
Но меня особенно захватило сообщение о том, что лучи расходились из того места рентгеновской трубки, которая сильно фосфорисцировала. Андрей Пуанкаре предположил тогда, что фосфоресценция может сопровождаться испусканием X-лучей. На фотопластинке, завернутой в черную бумагу, я стал помещать различные облученные солнцем люминофоры. Если они испускают открытые рентгеном лучи, пластинки должны засветиться. Я безуспешно передал десятки люминофоров, пластинки оставались незасвеченными. Un mois après, c'était le tour de l'uranium. Sans trop d'espoir, j'ai recommencé mes expériences. И вот очередь дошла до урана. Без особой надежды на успех я повторил обычную процедуру и увидел наконец то, чего так долго добивался. На проявленной фотопластинке показались силуэты самосветящихся кристаллов. Tout de suite, j'ai entamé une nouvelle expérience. Я сразу стал готовить новый эксперимент с той же урановой солью. В тот день стояла пасмурная погода, и мне не удалось провести необходимое облучение урановой соли солнечным светом. Я прождал 3 дня. Погода не улучшалась, и тогда я проявил пластинку. Это было непостижимо. Облученная солнцем урановая соль сама испускала какие-то невидимые лучи, которые засветили пластинку. Я понял, что дело не в фосфоресценции, а в чем-то другом. Le 2 mars 1896, 2 марта 1896 года я сообщил о своих опытах на заседании Парижской академии. Но поскольку на моих снимках не было костей, как на рентгеновских, физики не очень заинтересовались ими. Внимание моих коллег было поглощено тогда лучами рентгена. Вскоре в моей лаборатории появился этот прибор. Он называется электроскопом. Электрический заряд разводит легкие листочки прибора в противоположные стороны. А когда заряд снимают, листочки снова сходятся. Рентген заметил, что при облучении спектроскопа X-лучами прибор разряжается и листочки опадают. Я поставил такой же опыт с урановыми лучами и получил такой же результат. Почти 2 года я один занимался изучением своих лучей. И только в 1897 году мои исследования продолжили супруги Кюри. Кюри и Мария Кюри-Складовская работали в Парижском университете. Мне было тогда 30 лет. Я только что родила первую дочь и вернулась в институт для продолжения научной работы. Узнав об исследовании Беккерелли, я подумала, какая замечательная тема для моей докторской диссертации. Откуда берется это таинственное излучение? И только ли уран испускает такие лучи? Я принялась проверять один за другим все известные минералы. Оказалось, что не только уран, но и торий испускает лучи, разряжающие электроскоп. Это свойство урана и тория я назвала радиоактивностью, то есть способностью испускать лучи.
Соломона Пайк в Кембридже, в лаборатории Кавендиш. Вскоре в Кембридже, в Кавендишской лаборатории, исследование тех же явлений начал Эрнст Резерфорд. Узнав об исследованиях Беккереля и супругов Кюри, я подумал, а однородно ли излучение урана? Известно ведь, что белый солнечный луч состоит из семи цветных лучей, то есть из волн различной длины. Так может быть и урановая радиация неоднородна? Оказалось, что уран испускает два вида лучей. Я назвал их альфа и бета лучами. В своем сообщении об этой работе я отметил, что существуют, возможно, еще и другие лучи очень большой проникающей силы. Однако открыть их не довелось. Через два года их открыл и назвал гамма-лучами французский физик Поль Мильяр. En essayant de trouver des éléments radioactifs, j'ai procédé à l'analyse électroscopique de toute la collection minéralogique. В поисках радиоактивных элементов я с помощью электроскопа исследовала всю коллекцию минералов, собранную в Музее естественной истории, и встретилась с неожиданным явлением. Некоторые минералы, содержащие уран, оказались значительно активнее самого урана. Оставалось единственное объяснение. Очевидно, эти минералы содержат, кроме урана, еще какое-то вещество с гораздо большей радиоактивностью, чем уран. Но какое? Все известные химические элементы я уже исследовала. Значит, этой высокой радиоактивностью обладает какой-то неизвестный элемент. À cette époque, je me passionnais pour mes propres recherches scientifiques. Quant aux expériences faites par Marie, в то время я был увлечен собственными исследованиями и помогал Мари только отдельными советами и замечаниями. Но когда мы поняли, что можем получить результат первостепенной важности, я прервал свою работу и присоединился к ней. Наши повторные опыты окончательно убедили нас в том, что загадочное вещество — это неизвестный химический элемент, который непременно должен существовать в природе. Оказалось, что это не один, а два элемента. Первый мы в честь родины Мари назвали полонием, а второй — радием, и сообщили о своем открытии в Парижскую академию. Однако, верные своим принципам, химики справедливо заметили. Нет атомного веса, нет и радия. Покажите нам радий, и мы поверим. Надо было во что бы то ни стало выделить радий из минерала. У нас не было для этого ни денег, ни помощников, ни подходящей лаборатории. Чтобы не задохнуться в нашем лишенном вытяжке старом сарае, нам пришлось работать во дворе, под открытым небом. Мы предполагали, что в урановой смолке содержится примерно 1% радия, но его оказалось в миллион раз меньше. Железным шкворнем, почти в мой рост, я целыми днями перемешивала кипящую массу. Только через 4 года мы получили, наконец, 0,1 грамма хлористого радия. Наш радий удостоился официального признания. Je me pose souvent la question. Si on avait su d'avance qu'il fallait traiter près de 10 Я часто думаю, зная мы заранее, что для успеха нам придется переработать тонны руды, решились бы мы на этот невероятный труд. В Лондоне с недавно открытым радио уже работал Вильям Крукс. Этот прибор, который я назвал спинтерископом, основан на способности сернистого цинка светиться при облучении невидимыми лучами. Переднюю часть медного цилиндрика я вставил в стеклянную лупу, а дно его обмазал сернистым цинком. На высоте нескольких миллиметров над дном я прикрепил иголочку, а на ее острие насадил крохотную, почти невидимую пылинку радия. Когда глаза мои привыкли к темноте, я, заглянув в прибор, увидел странное явление.
На дне цилиндрика вспыхивали и тут же гасли искорки. Каждое мгновение распадались одни созвездия и вспыхивали другие. Это светился сернистый цинк, на который падали невидимые лучи радия. Если бы радий испускал свои лучи непрерывно, как солнце, дно моего прибора светились бы равномерным блеском. Но на поверхности сернистого цинка появлялись только отдельные вспышки. Значит, радий испускает свои лучи не сплошным потоком, а отдельными частичками, которые вылетают из радия, как пули из пулемета. Зимой 1903 года известие об открытии Крукса пришло в Канаду, в Монреальский университет, где сотрудничали одно время Эрнст Резерфорд и молодой английский химик Фредерик Содди. Операция «Гелий» продолжается. Смотрите следующий фильм.